Друзья, всем привет! Меня зовут Илья, рад вас приветствовать в блоге OM Games. Сейчас мы разыграем с вами вот такую сумку для настольных игр от GameFit. Готовы? Итак, друзья, вот наш пост с розыгрышем, где вы накопили аж более 700 репостов. Мы с Артемом просто офигели, и он на радостях решил, когда добрали 500 репостов, добавить второй приз Миплушку, и на 600 репостов мы добавили еще и сертификат на 500 рублей в магазин GameFit. Разыгрывать будем, так сказать, в обратном порядке, то есть третье место — это у нас сертификат. Для этого копируем адрес ссылки и выбираем приложение. Буду впервые через него работать. Количество победителей 1. Подписаться и вступить в 2 сообщества. Так, 2. Надо проверить. Да, у нас тоже нужно было вступить в 2. И ссылку на второе сообщество нужно сделать. Будем выбирать по одному. И сейчас мы выбираем победителя, который заберет сертификат на 500 рублей в магазин GameFit. Перейти! И... та-дам! Дмитрий Артюх. Давайте посмотрим. Ух ты, Сергей Безнал у него у нас в друзьях, общий друг. Хорошо, да, есть настольные сообщества. Это здорово, это здорово. Да, вот репостит тоже, что новости, не безразличный человек. Хорошо, итак, давайте проверим, состоит ли он в OM Games, да, и в GameFit, да. Все, условия выполнены, очень круто. Дима, поздравляю тебя, сертификат на 500 рублей твой. Купишь либо миплушку, либо сумку, либо что-нибудь еще. Может быть, органайзер какой, вот как раз для того Ктулху. Итак, давайте сейчас, наверное, как здесь сделать-то? Что если выбрать заново, он, наверное, нового человека выберет. Ну давайте, нажмем эту кнопку и определим того, кто заберет миплушку от GameFit. Там еще цвет можно будет выбрать. Та-дам! Денис Уафин. Так, репосты есть. Общие друзья тоже есть. Настольные сообщества тоже есть. Еще и берсерки, и все очень хорошо. Так, и давай проверим твою подписку. Так, ну здесь не только репосты на стене, это хорошо. Так, смотрим интересные страницы. OM Games и GameFit есть. Денис, поздравляю тебя. Миплушка тебе досталась. Заберешь, выберешь цвет, тебе ее пришлют. Круто. Я очень рад за тебя. Молодец. Да, очень клево быть молодцом, когда не нужно никаких творческих конкурсов. Хорошо. И сейчас у нас самый главный приз. Точно такая же сумка, у которой также можно выбрать окантовку другого цвета от GameFit. Тоже выберем сейчас третьего человека. И это Юрий Уланов, видимо. Или Ульянов. Не очень понятно. Так, ищем, смотрим. Вот общих друзей нет, но зато очень много, да, других настольных групп. Это хорошо. Это нормально. О, здесь тоже не только репосты, просто новости есть о настолках. Вообще не безразличный человек. Очень хорошо. Ну что ж, Дима, я надеюсь, что у тебя есть игры. Я хотел сказать «Сумерки Империи», но эта сумка не подойдет для «Сумерек Империи». Но ничего, на GameFit'е можно купить и другую сумку, которая как раз вместит и «Сумерки Империи», и другие вот эти огромные гробы. Итак, друзья, поздравляем Юрия Уланова. Юра, поздравляю тебя, сейчас всем напишу. Итак, еще раз, Дима Артюх выиграл у нас сертификат на 500 рублей. Денис Уафин выиграл миплушку. И Юрий Ульянов выиграл сумку. Ну, у него тут прям, мне кажется, все получилось очень хорошо. Я за всех очень рад, всем напишу. Всем огромное спасибо за участие. Понятно, что когда участвует 700 человек, выиграть что-то, конечно, все сложнее и сложнее. Огромное спасибо вам за 34 тысячи просмотров нашей страницы. Надеюсь, вы останетесь в наших с Артемом сообществах и будете следить за нашими новостями. У меня будут выходить всякие видосы по настольным играм, а у Артема будут выходить все новые и новые органайзеры, аксессуары. Может быть, еще что-нибудь сошьет, придумает, как вот сумку или миплушку. Всем большое спасибо, до новых конкурсов. Пока!